И познакомьтесь, Титипо, на канале Тайо. Вот опять. Что с тобой? Я точно не знаю, но я весь трясусь. Тогда поезжай к Тео и пройди осмотр. Осмотр? А что это такое? О, точно, ты же еще не проходил осмотр. Думаю, можно над ним подшутить. Осмотр – это страшная штука. Что? Очень страшная. Супер страшная. Голова кружится. На осмотре тебя подвесят вниз головой. И Тео поставит тебе укол огромной иглой. Дизель, нужно сделать укол. Укол? Только не это! Прости, но укольчик необходим. Хорошо, я не трус. Так что для меня такое пустяки. Все так плохо! О, да! Другие поезда этого не переносят. Дизель? Да, мистер Хоп. Мне нужна твоя помощь. Скоро буду. И что ему нужно? Пока, приятель. Удачи тебе на осмотре. О, спасибо.